Задача. Построить недостающую фронтальную проекцию отрезка АВ, если известно, что дельта Z равно 2 дельта Y. Для начала давайте вспомним, да, что у нас плоскость P2 – это фронтальная плоскость, плоскость P1 – это горизонтальная плоскость. X – это ось координат, Z – ось координат и Y – тоже ось координат. Задана нам проекция отрезка на горизонтальной плоскости и известна точка А2 на плоскости фронтальной. Что такое превышение? Превышение – это разность координат проекции А1, Б1 по оси Y. Поэтому для того, чтобы это превышение нам найти, нам необходимо измерить вот это расстояние между горизонтальными прямыми. Отсюда и до сюда. Измеряем. В нашем случае это получается 8 миллиметров. Затем на плоскости фронтальной проводим горизонтальную прямую. Дальше мы знаем, что проекции лежат на линии связи. Поэтому проекция B2 будет лежать на линии связи, которая будет перпендикулярной у нас оси. Ну а расстояние, то есть превышение вот это здесь по оси Z будет равно 2 дельта Y. То есть если здесь 8, то здесь превышение будет 16. Поэтому откладываем здесь по оси Z 16 миллиметров. И в получившейся точке отмечаем положение точки B2. Соединяем получившиеся точки, выделяем как наше решение и померим вот это расстояние, то, которое у нас получилось. Вот это расстояние у нас должно быть в два раза больше. Дельта, да, вот оно и есть, в два раза больше 16 миллиметров. Ну и обозначим здесь положение точки. Эта точка будет у нас B, проекция 2. Задача решена.